Всем привет, дорогие друзья! Сейчас покажу вам очень классный фокус, ну а после обучения, естественно. У нас есть всего две карты. Первая карта это двойка буби, и вторая карта это тройка буби. Ну, все просто, в принципе, правильно? Что мы можем сделать с этими картами? Мы сделаем вот так, и у нас появится монетка. То есть это вариант проявления монеты при помощи двух карт. Давайте я вам покажу его еще раз. Монетка исчезла, у нас есть всего лишь две карты. Первая и вторая. И они помогут нам найти эту монетку вот таким вот образом. Итак, как же делается это проявление? Все, что вам нужно, это две карты и одна монетка. Монетка находится под нижней картой, вот так. Вы показываете вот так две карты, показываете первую карту, переворачиваете, что ничего нет, все нормально. Можете сначала даже показать, что в руках ничего нет. Передвигая, естественно, монетку, перехватывая ее руками. Показываете первую карту. Слистываете вот так вторую, то есть вы показали и передаете монетку под эту карту. И показали вторую карту. То есть теперь зритель думает, что у вас... Ну, обычные две карты, он не будет ждать монетку или еще что-то. Таким образом, можно много чего интересного проявить. Но это толстый вариант монетки, но в принципе выглядит довольно-таки неплохо. Очень простое проявление. Давайте еще раз. Так, у нас она лежит внизу, и две карты вот так. Показываем первую, показываем вторую, показываем, что в руках ничего нет. И проявляем монетку. Очень простой трюк абсолютно, то есть это даже не трюк, но можете добавить свою рутину с картами и монетами. Вы можете, к примеру, сделать заготовку на матрицу. Давайте я покажу, как это с двумя монетами будет выглядеть. То есть в матрице нужно 4 монеты, вы показываете вот так. Показываете первую карту, показываете вторую карту. Так. Оп. Показываете первую карту, показываете вторую карту. Оп. И так проявляете 4 монеты, к примеру. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.